В микрорайоне Зенина завершается строительство поликлиники на 600 посещений в смену. Это медицинское учреждение станет одним из самых крупных в городском округе Люберцы. Строители уже смонтировали сантехнику, внутренние двери и завершают отделочные работы. В помещение начали завозить мебель, медицинское оборудование и компьютерную технику. На следующей неделе мы ожидаем госстройнадзор для итоговой проверки и предъявления выполненных работ. План по сдаче и вводу объекта март месяца. Заключительный этап лицензирования займет около 2 месяца. Таким образом, ждать открытия новой поликлиники жителям ЖК «Самолет» осталось недолго. Врачи начнут принимать первых пациентов уже этим летом.